Смертельное ДТП в Заиграевском районе. На трассе Улан-Удэ-Хоринск водитель автомобиля BMW X5 не справился с рулевым управлением, из-за чего машину опрокинуло с трассы. На этих фотографиях видно, насколько сильно повреждена машина. Двое пассажиров кроссовера от полученных травм скончались на месте. В результате ДТП сам водитель и два пассажира транспортного средства с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Превысил ли водитель BMW скорость или находился в алкогольном опьянении, еще предстоит выяснить следствию. К другим происшествиям. Я виноват просто. Честь имею. Этот горе-водитель, будучи в нетрезвом состоянии, сел за руль своего автомобиля. Не справившись с управлением, мужчина вылетел на встречную полосу. Результат пьяных покатушек – столкновение с другим транспортным средством. А вот он вылетел с поворота на мою сторону, и лоб получилось. Водителю «Хонды», можно сказать, повезло, что на его пути встретился крепкий представитель советского автопрома. Если бы на месте таблетки оказался небольшой седан, то последствия были бы намного серьезней. И вновь пьяное ДТП. Уже на улице Ключевская и сразу тройное. Водитель авто марки «Тойота», подъезжая к перекрестку, зацепил два автомобиля марки «Хонда». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нету, машины получили механические повреждения. Сотрудниками госавтоинспекции предположительный виновник данного дорожно-транспортного происшествия был привлечен по статье 12.8 части 3 Кодекса административных правонарушений за управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения. Отмечу, что больше всех повреждений в ДТП получил автомобиль виновник. От правого крыла машины почти ничего не осталось. Кроме этого, водитель арестован на 15 суток, ведется следствие. Тяжело в учении, легко в бою. Еще одно ДТП с участием учебного автомобиля марки Renault Logan. Выезжая с улицы Дорожная, его водитель не уступил дорогу Toyota Allion. В результате столкновения лоб в лоб есть пострадавшие. Андрей Слепнев, Сергей Петров, Евгений Павлов, Дмитрий Тарасов. Новости дня.